И сегодня я хочу поделиться с вами еще одним препаратом, который я принимаю тоже каждый день. И он называется Хлорофреш. Вот, я покажу бутылочки. Видите, зелененькие. Вообще, я сегодня вся такая зелененькая, и вообще я люблю очень зеленый цвет, потому что у меня зеленые глаза, и я очень люблю, у меня и украшения все, вот, пожалуйста, изумруд, и здесь изумруд, и сережки, и с изумрудом, и это вообще мой камень, и люблю я зеленый цвет, который комбинирует с глазами. И вот я вам покажу еще один зеленый препарат, потому что, в общем-то, он тоже зеленого цвета, и вот он называется Хлорофреш. Узнала я про этот препарат случайно, тоже как бы в очередной раз, когда я просматривала какую-то информацию, я прослушала одно видео, это видео давала интервью Вера Брежнева, певица из России, наверное, многие знают ее, наши русскоязычные, вот, она давала, показывала, что у нее находится в сумочке, когда она улетает куда-то, летает на гастроли, и вот этот препарат, вот точно этого же бренда, у нее был в сумочке, и она сказала, что ей его порекомендовали врачи с Прибалтики. Конечно, я это услышала информацию, они сказали употреблять это каждый день. Я давай быстренько гуглить, загуглила, и оказалось, это тоже кладезь витаминов и вообще очень полезный для организма. Во-первых, что он делает? Это природный дезодорант. Он здесь ментола, мята, флевер. Вот, он очистит и клинит все внутри, все органы. Если у вас какие-то проблемы, там, конечно, разные проблемы могут быть, какие-то неприятные, как сказать, у некоторых проблемы, допустим, с ногами, какой-то идет не очень хороший запах, или что-то еще, там, что-то поели, что-то выпили. И вот этот препарат Хлорофреш, он буквально чистит все внутри, убивает все какие-то либо запахи неприятные. Вот. А также он очень хорошо стимулирует кровотворение и вызывает производство больше красных телец, красных клеток, которые очень-очень... Он активирует костный мозг и вот, дает выработку красных телец больше, что очень нужно для организма. И вообще он очень полезный для кровотворения. Вот, если у кого какие-то кровотечения бывают, или какие-то, он это все нормализует. Затем он очень хорошо влияет, если кто-то страдает аллергией, какие-то аллергены есть в организме. У меня, кстати, раньше тоже был какой-то аллерген, если я что-то могла натурально покушать какую-то еду. Я тоже очень долго мучилась с этой проблемой, и с тех пор, как я стала пить вот это Хлорофреш, я, честно сказать, забыла эту проблему. Вот. Он очень хорошо очищает печень, убирает из крови все излишки, если какие-то вы употребляете медицинские какие-то препараты. Он все, в общем, он идет для очищения крови, для очищения всяких аллергенов, и очень благоприятно действует на все органы, вот, освежает их и предотвращает какие-либо ненужные запахи из организма. В общем-то, вот этот препарат просто тоже уникальная вещь. Я его употребляю каждое утро. Вот я его покупаю тоже на Амазоне. Вот такой бренд. Вот. И мне, в общем-то, он очень нравится. Он тоже надолго хватает. Я его пью на полстакана воды по 25 капель. Больше его нельзя. Переборщать тоже его нельзя. Вот 25 капель. Я капаю воду. Сразу его надо размешать, потому что его нельзя, чтобы он стоял долго. И сразу внутренне употреблять. Он тоже зеленого цвета. Вот даже у меня руки, вот я его держу. Видите, даже руки окрасились. Но они потом все это смываются. Все это уходит, вся эта краска. Вот такой уникальный препарат. Здесь в нем, да, кстати, он... В нем очень много витамина К, и он способствует его воспроизводству тоже в организме. Витамин К тоже очень нам нужен для организма. Вот. И я его принимаю, опять-таки, это мой совет. Только
Я его выбрала для себя, потому что я много почитала информации. Информацию я также выложу постом после видео. Вот, и если кто-то заинтересуется этим препаратом, пожалуйста, вы можете воспользоваться. Опять, если у вас какие-то будут проблемы, вы не сможете его найти, позвоните просто мне по телефону, и я вам помогу. Я вам скину линк, где находится препарат, где вы можете его купить. Он недорогой, вы сможете его позволить, но зато очень-очень огромная польза. Привет! И я вот вышла сегодня в эфир и продолжаю тему о том, какие саппорты я принимаю, какие добавки я принимаю каждый день. И сегодня я хочу поделиться с вами еще одним препаратом, который я принимаю тоже каждый день. И он называется Хлорофреш. Вот, я покажу бутылочки. Видите, зелененькие. Вообще, сегодня вся такая зелененькая, и вообще я люблю очень зеленый цвет, потому что у меня зеленые глаза, и я очень люблю, у меня и украшения все, вот, пожалуйста, изумруд, и здесь изумруд, и сережки, и с изумрудом, и это вообще мой камень, и люблю я зеленый цвет, который комбинирует с глазами. Вот я вам покажу еще один зеленый препарат, потому что, в общем-то, он тоже зеленого цвета, и вот он называется Хлорофреш. Узнала я про этот препарат случайно, тоже как бы в очередной раз, когда я просматривала какую-то информацию. Я прослушала одно видео, это видео давала интервью Вера Брежнева, певица из России, наверное, многие знают ее, наши русскоязычные. Вот, она давала, показывала, что у нее находится в сумочке, когда она улетает куда-то, или улетает на гастроли. И вот этот препарат, вот точно этого же бренда, у нее был в сумочке. И она сказала, что ей его порекомендовали врачи с Прибалтики. Конечно, я это услышала информацию, они сказали употреблять это каждый день. Я давай быстренько гуглить, загуглила, и оказалось, это тоже кладезь витаминов и вообще очень полезный для организма. Во-первых, что он делает? Это природный дезодорант. Он здесь ментола, мята, flavor. Вот, он чистит и клинит все внутри, все органы. Если у вас какие-то проблемы, там, конечно, разные проблемы могут быть, какие-то неприятные, у некоторых проблемы, допустим, с ногами, какой-то идет не очень хороший запах, или что-то еще, там, что-то поели, что-то выпили. И вот этот препарат Хлорофреш, он буквально чистит все внутри, убивает все какие-то либо запахи неприятные. Вот. А также он очень хорошо стимулирует кровотворение и вызывает производство больше красных телец, красных клеток, которые очень-очень... Он активирует костный мозг и вот дает выработку красных телец больше, что очень нужно для организма. И вообще он очень полезный для кровотворения. Вот. Если у кого какие-то кровотечения бывают или какие-то, он это все нормализует. Затем он очень хорошо влияет, если кто-то страдает аллергией, какие-то аллергены есть в организме. У меня, кстати, раньше тоже был какой-то аллерген, если я что-то могла неправильно покушать какую-то еду. Я тоже очень долго мучилась с этой проблемой. И с тех пор, как я стала пить вот этот Хлорофреш, я, честно сказать, забыла эту проблему. Вот. Он очень хорошо очищает печень, убирает из крови все излишки, если вы употребляете медицинские какие-то препараты. Он все, в общем, он идет для очищения крови, для очищения всяких аллергенов и очень благоприятно действует на все органы, вот, освежает их и предотвращает какие-либо ненужные запахи из организма. В общем-то, вот этот препарат просто тоже уникальная вещь. И я его употребляю каждое утро. Вот я его покупаю тоже на Амазоне. Вот такой бренд. Вот. И
мне очень-то он очень нравится, он тоже надолго хватает, я его пью на полстакана воды по 25 капель, больше его нельзя, переборщать тоже его нельзя, по 25 капель я капаю воду, сразу его надо размешать, потому что его нельзя, чтобы он стоял долго, и сразу внутреннюю принять, он тоже зеленого цвета. Вот, даже у меня руки вот не держу. Видите, даже руки окрасились. Но они потом все это смываются, все это уходит, вся эта краска. Вот такой уникальный препарат. Здесь в нем, да, кстати, он, в нем очень много витамина К. И он способствует его воспроизводству тоже в организме. Витамин К тоже очень нам нужен для организма. Вот. И я его принимаю. Опять-таки, это мой совет. Я его выбрала для себя, потому что я много почитала информации. Информацию я также выложу постом после видео. Вот, и если кто-то заинтересуется этим препаратом, пожалуйста, можете воспользоваться. Опять, если у вас какие-то будут проблемы, вы не сможете его найти, позвоните просто мне по телефону, и я вам помогу. Я вам скину линк, где находится этот препарат, где вы можете его купить. Он недорогой, вы сможете его позволить, но зато очень-очень огромная польза от него. Мы набираем и 25 капель. И капаем водичку тепленькую. Водичка получается вот такая зелененькая, она немножко с мятой. Вот, когда вы размешаете, вы сразу должны ее выпить. Она не должна у вас стоять какое-то время, вы ее сразу должны выпить. Вот, хорошенько помешаете, выпиваете, и ваши все внутренние органы будут освеженные, свежие, наполненные кислородом и энергией. Я вот сейчас еду на работу, записала видео, села в машину, поехала на работу. Это к завершению, к дополнению, вернее, о том, почему я люблю зеленый цвет. Я вот сейчас еду и размышляю. Все-таки, как красиво у нас здесь кругом. Северная Каролина, Южная Каролина. Я живу в Южной Каролине, работаю в Северной Каролине. И вот едешь, смотришь, вот вроде бы зима. Сегодня мне подруга прислала видео с Москвы. Там уже снег, представляете, снег выпал. И они идут уже по снегу и говорят, холодно, а у нас какая красота. Я вот еду в одной кофточке, практически без пиджака. И вот, наверное, зеленый цвет у меня ассоциируется с природой. Во-первых, мне нравятся светофоры. Вижу зеленый цвет, и мне хорошо почему-то. Вот. И вообще кругом вот вижу вот эту зелень, понимаете, какая-то вот такая свежесть, красота. Даже вот сейчас читаю, почти уже осень, глубокая осень, скоро уже зима, через там полторы недели, да, начинается, а она вообще у нас не ощущается. Представляете, в каком штате мы живем? И вообще я люблю Америку. Вообще я очень счастлива, что я сюда попала, что смогла приехать, выдала грин-карту, и что столько возможностей здесь есть. А несмотря на все сейчас политические какие-то раздоры, розни, я так думаю, что я на позитиве, и так у нас блок у меня позитивный, что все эти раздоры в конечном итоге закончатся, пройдут, и мы сможем вернуться к нормальной нашей жизни, вот, и будем все счастливы. Вот, и самое главное, конечно, здоровье, чтобы было здоровье, красота вокруг, улыбок побольше, положительных, хороших моментов, людей хороших, чтобы люди, не было в людях такой злобы, какой-то зависти друг к другу, знаете, чтобы друг друга поддерживали, тем более сейчас в наше вот такое трудное, непростое время. Вот, чтобы не было никаких обид друг на друга, не держали мы это вот у себя здесь внутри. Я считаю, что это очень-очень важно. И когда мы все будем открыты и добры друг к другу, тогда и мир к нам тоже будет также открыт и добр к нам. Вот. Так что снова всем хорошего дня, хорошего позитивного дня, хорошего настроения. Любите друг друга и будьте счастливы.